Я получил результат, согласно которому химико-токсикологическая лаборатория областной государственного больницы подтверждает то, что наркотические средства, психоактивные вещества не обнаружены в организме. Собственно говоря, что и требовалось доказать. Но я считаю, что мы вышли с вами на серьезную и крупную проблему, что вот эти тест-полоски, они сегодня имеют у нас серьезную, дают погрешность, дают ложноположительные результаты. И процент таких результатов от 1 до 3 до 4%. Если, скажем, говорить применительно к нашим школьникам, это порядка 7 тысяч школьников могли получить по области вот такие ложноположительные результаты. Я считаю, что блогеры и журналисты, которые освещали тенденциозно и искали сенсацию в этих событиях, я считаю, что могли бы и принести мне свои изменения. Это было бы честнее. Изменения принимаются. Я считаю, что теперь все наши депутаты должны пройти обследование не там, где мы ходили, и те, кстати, тоже товарищи из ЛДПР, а здесь сдать на развернутый анализ. Потому что я, как понимаю, если дал ложноположительный результат, мог также и дать и ложноотрицательный.